Как же холодно тут. Нет. Что же мне делать? Я всю жизнь мечтал об одном. Чтобы у меня были друзья. И когда я наконец-то нашел друзей, я делал все, чтобы оставаться с ними. С тех пор я живу в постоянном страхе. Что однажды они узнают, кем я был раньше на самом деле, и бросят меня одного. Браслет. Что это за место?
1922 год, 189 день. Я получил предложение радикально улучшить боевую эффективность нашей пехоты, оснастить бойцов магитех ядрами. Уже известно, что солдаты, исходным материалом для которых были демоны, непригодны для боевых действий. Но, если его расчеты верны, это решило бы все наши проблемы. Проект «Бессмертный» ознаменует начало новой эпохи. Наши солдаты перестанут гибнуть в боях. И скоро весь мир будет купаться в лучах славы нашей империи. Сканирование серийного номера. Номер 5953234 подтвержден. В работе данной модели выявлены сбои. Что это? Производится восстановление функционала. Надо же. Она до сих пор тебя помнит. Арден! Это как? Здесь стрелять не стоит. Для большинства этот комплекс... не более чем первое магитех-предприятие, где появились на свет бесчетное множество штурмовиков и демонов. Но тебе это место должно быть особенно дорого. Ты же здесь родился. Нет. Это не я тебя едва не убил. Ты... Тебе не мешало бы отдохнуть. А директор Бесити... поможет тебе залечить сердечные раны. Это что еще за директор? У нее такая короткая память. Но ты не бойся. Вы встретитесь, и ты вспомнишь. Я найду их, где бы они ни были.
Неужели он сказал правду про это место? Нельзя, чтобы они меня нашли. Будет моя. Год, 339 день. Очередной неудачный эксперимент. Во всех моих опытах у солдат в итоге происходил распад личности. Но сегодня мне в голову пришла интересная идея. Я продолжу проводить возгонку демонифицированных людей для сбора испарений. Но если корень проблемы в самоидентификации человека, то почему бы не вводить плазмодии младенцам? У нас мало времени. Мы обязаны успеть отразить угрозу, исходящую от Люциса. Поэтому я отброшу сомнения и сделаю ради блага Империи все, что в моих силах. Он совсем псих? Ставить опыты на детях? У меня от этого места мороз по коже. Давайте! Сейчас!
Цель должна быть уничтожена. Проводится уничтожение поврежденной модели. Нужно отсюда выбраться. И поскорее. Как же холодно! Где бы мне взять столько младенцев, сколько нужно? А что, если их клонировать из моих же клеток? К тому же, так можно избежать муторного процесса естественного размножения. О массовом производстве говорить пока рано. Но я уверен, что вскоре процесс можно будет поставить на поток. Если все пойдет по плану, у Империи в ближайшее время появится миллионная армия. Так вот, что это за солдаты, которых я убивал все это время.
1936 год, 123 день. Оказывается, охрана моей лаборатории никуда не годится. Одного из моих подопытных украли. Воры были из Люциса. Впрочем, один единственный младенец ничего не скажет им о величии и размахе моих изысканий. Тем не менее, я приму меры, чтобы такое не повторилось. Теперь территория комплекса будет патрулироваться магитех-штурмовиками. Ведь это, в конце концов, их родной дом. Один из этих младенцев попал в Люцис? Неужели это значит, что я... Нет, не может быть. Ни в коем случае. У всех у нас одинаковые штрих-коды. Цель должна быть уничтожена. Я так больше не захватываю. Проводится уничтожение поврежденной модели.
Повезло же мне. Я такое. У тебя отсюда как-то младенца похитили. Помнишь? Помню. Воры были из Люциса. Именно. Хочешь посмотреть на статного юношу, которым он стал спустя эти годы? Ты отправил своих питомцев в Инсомнию, а я доставил его к тебе. Вот он, твой создатель. Хочешь поговорить со своим папочкой? Обожаю соединять семьи. Отец и сын. Не верю. Я не верю. Что бы он ни сказал, это место никогда не станет моим домом. Мой родной дом в Люцисе, а не здесь. 756 год, 98 день. Наконец-то я завершил разработку алмазного оружия, магитех-механоида с демонической сущностью. Его сознание чрезвычайно нестабильно. Сразу же после активации он начал буйствовать и вытворять черт знает что. Зато его разрушительные способности не знают себе равных. Перед его мощью склонится даже несокрушимая Инсомния. Королевский город падет за считанные минуты. Камень богов скоро станет моим. Подумать только, меньше чем через месяц кристалл будет в полном моем распоряжении. Значит, это он стоял за нападением на Инсомнию. Это его рук дело. Это из-за него было столько жертв и разрушений. Я ни разу не видел процесс обращения. Если бы не варьё из Люциса,
и ты бы обратился. Почему? Ты мой клон. Ты создан из плоти и крови гения по имени Беситья. Ты один из миллионов клонов, созданных, чтобы служить Империи. Служить? Тебе? Ты рожден в Нифльхейме. И теперь ты вернулся домой. Заткнись! Нет! Люцис! Мой дом! Я не плод твоих опытов! Да уж ты не плод. Ты ошибка. Придется вернуть тебя в армию. Может, так от тебя будет хоть какой-то толк. Ну уж нет! Благодаря тебе... Я почти завершил свое преображение. Скоро ни короли Люциса, ни даже боги не смогут оспорить мою власть. Ах, ну что ты наделал? Ты убийца. Нет, ты отца-убийца. Нет. Друзей ты потерял. Папу убил, теперь совсем никого у тебя не осталось. Заткнись! 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 Снижение жизненных функций. Увеличение концентрации плазмодий. Демонификация. Производится перемещение в модель XDA-1002. Имморталис. Ну ты и заварил кашу. Ранде. Прекрати ныть! Бегом! Вот значит, над какой моделью они работают. Что бы у тебя ни стряслось, разберешься потом. Вперед! Я повторять не намерен. Я тебя спасать не стану, если сам жить не хочешь. Цель обнаружена и должна быть возвращена обратно. Начало процедуры возвращения повреждения модели.
непрост. Я потом догоню. А как же ты? Я догоню. А если... Поезжай! Раны. Догонишь меня?
На вкус они почти, как Игги готовил. Ну, по крайней мере, сейчас тихо. Вот черт! Клеймо на всю жизнь. Ты правда думал, что это сработает? Промпту, верно? Мог бы хоть притвориться, что рад встрече. Я видела твоих друзей в Тенебре. Они за тебя очень волнуются.
Ты собираешься к ним или как? Я не могу. Не могу. Я не такой, как они. Я родился здесь, в Нифльхейме. Я за все это время им так и не рассказал. И это даже не самое страшное. Я не родился у папы с мамой. Меня изготовили в лаборатории. Я существую лишь для того, чтобы портить жизнь Нокту и остальным. Как мне теперь смотреть им в глаза? Вы столько времени вместе катаетесь, а ты так и не понял, какие у тебя друзья? Если помнишь, мы с твоим высокородным приятелем, по идее, когда-то были врагами. Но он отбросил принципы и попросил меня отыскать тебя и помочь. Правда? Такое делаю только для близкого друга. Они живы? Ну, вроде бы да. У них много чего произошло, но они все так же полны решимости попасть в столицу. Понятно. С тобой у них больше шансов. А что еще про меня говорили? Да вроде как-то и ничего. Кстати, принц так о тебе тревожился, что едва мог два слова связать. Я его успокоила. Значит, ему на меня не наплевать. Я же вижу, ты хочешь быть с ними. Почему бы не сказать им? А если они меня не примут? Но даже если примут, от меня же одни проблемы. Не знаю, смогу ли с этим жить. Хватит пилить самому себе мозги. А ты чего хочешь? Тебя так заботит, чего хотят другие, что ты забыл, чего хочешь ты. Ты будто не своей жизнью живешь. Не думай, каким тебя видят другие. Важно, как видишь ты. Важен ты сам. Завтра я займусь новой моделью. А ты дальше пойдешь без меня. Okay.
и будет быстро. Прошу, просто всегда будь рядом с Ноктисом и помогай ему во всем. Пожалуйста. Неужели я могу ему помочь? Я нужен ему? Я нужен рядом? Неужели они все и правда хотят, чтобы я был с ними? А чего же хочу я сам? Теперь я понял. Thank you.
Аране! Я готов. Нельзя выбрать, где родиться. Но как жить, я выбираю сам. И больше меня не задерживай. Ну что ж, вот и все. Я пошел внутрь. Моя? Вперед! Серьезно? Вперед! Ha!
проклятие! Судя по моим данным, новую модель держат здесь. Это опять какой-то механоид? Что в нем такого нового? Дух в машине, буквально. Бесития сумела внедрить свою душу в магитех-ядро. Созданные им демоны разгромили Инсомнию. Если мы не уничтожим его, он может погубить весь мир. Что это за звук? Это значит пора. год, 325 день. Сегодня мы празднуем триумф нашей великой нации. Сама Гласия почтила нас своим присутствием в разломе Гараваса и была убита благодаря совместным усилиям магитех-пехоты и моих великолепных демонов. Мы понесли огромные потери, но эти жертвы – ничто по сравнению с данными, собранными в бою с богиней. Опираясь на эти сведения, я начну разработку нового магитех-оружия под названием «Богоубийца». Скоро все астралы склонятся передо мной и мощью моей магитех-армии. Скоро они познают мой гнев. Он реально с ума сошел. Thank you.
Цель должна быть уничтожена. Проводится уничтожение поврежденной модели. Каждый угол. Thank you.
Я так больше не выдержу! Готовы умереть! Плохо дело! Это было непросто. Год, 297 день. Массовое производство магитех пехоты успешно налажено. Мы задавили армию Люциса числом и окружили Инсомнию. Но почивать на лаврах было бы неразумно. Извлечение плазмодиевых испарений иногда приводит к побочным эффектам. Поначалу мы сразу же уничтожали появившихся таким образом демонов. Как же глупо я поступал, истребляя этих существ. Им не достает гибкости, но они берут свое огромной силой. Теперь я понял, что должен приложить все усилия, дабы раскрыть истинный потенциал демонов во славу Империи. Может, это и есть мое истинное предназначение? Псих. У него совсем крыша поехала. Где-то рядом. Наконец-то завершено. Я не только нашел способ сохранить личность, но также сумел провести ее через процесс возгонки и успешно переместить в одного из магитех солдат. Прототип оказался несколько менее мощным, чем алмазное оружие, но это не проблема. К тому же, личность можно перемещать сколько угодно раз. Теперь мне остается только одно. Поставить заключительный опыт на самом себе. Но перед тем, как покинуть свою бренную оболочку, я хочу кое-кого поблагодарить. Ардин и Зуния, ваши услуги были неоценимы. Только благодаря вашей помощи я завершил труд своей жизни и начал вознесение на высший план бытия. Ну, конечно.
Арден, кто же еще? Везде рано или поздно всплывает его имя. Это он виноват во всем, что с нами произошло. Thank you.
Мы живы. Что это? Модель XDA-1002. Имморталис. Перенос плазмодий завершен. Псионических помех не обнаружено. Все системы включены. Имморталис активирован. Он там! Он огромный! Так вот он какой! Значит, ты сидит теперь он! Садись! Ты к бою готов?
Ты в норме? Да. Я этого и хотел. Тогда скажи с чувством. Ты у нас молодец. А ты тем более. Спасибо тебе. Ладно, пора искать Нокта и остальных. Спасать Кристалл и драться с Империей лучше все-таки вместе. А вдруг я спасу Кристалл даже раньше него? Только носик не задирай. Хоть я и не уверен, примут ли они меня, если узнают, кто я такой. Но я осознал, молчать больше нельзя. Это моя жизнь. Мальчик стал мужчиной. В общем, Гралея прямо по курсу. Ране! А? Спасибо! Па-па-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Thank you.
Прости меня, Промпта. А? За то, что я поверил подделке. Да, как ты мог так поступить после всего, что мы пережили вместе? Я шучу. Не только ты обманулся. Когда это закончится, нужно будет отменить границы. А? Объединиться. Всем. Ты сейчас заговорил, прямо как настоящий король. Так и есть. Я хочу изменить этот мир. Ага. Я с тобой.